сразиться за главную награду трех волшебников. Сегодня можно в Москве в парке Горького. Там проходит масштабный квест «Вселенная Гарри Поттера». Легендарный кубок огня решила найти наш корреспондент Лилия Шарафутдинова. Она уже сейчас с нами на прямой связи. Лиль, здравствуй. Ну где же все эти поклонники Гарри Поттера? И вообще много их в Москве нашлось? Приветствую тебя, Оль. Сейчас находимся мы в нескучном саду в парке Горького. Вот сейчас здесь тихо, может показаться, что я буквально иду одна по какому-то страшному лесу. На самом деле не меньше 100 человек, все это поклонники Гарри Поттера, книг и фильмов. Причем есть и взрослые дети, сейчас они разбежались. Вот попрошу оператора показать там вот вдаль 4 человека. Это вот ровно мои напарники. Я пятая в их команде. Две мамы и дочь и сын. Сейчас мы дойдем до них и узнаем, в чем сейчас загадка. Расскажу пока немножко про квест. По нескучному парку разбежалось порядка 10 команд по 5 человек каждый. И все они ищут разгадки примерно в 5 ступеней, для того, чтобы пробираться все дальше и дальше. Сейчас добегу до моих компаньонов. Еще раз здравствуйте, давайте все вместе представляться. Это вот Елена, да. Это Лев, привет. Самый маленький, Маши. Вероника и Ксения. Может показаться, что все это братья и сестры, на самом деле нет, это две мамы молодые, а это детвора. Ну давайте рассказывать, начнем с тебя, наверное, Вероника. Да. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас ищем кормушки, чтобы разгадать загадку, которая у нас... Который есть в плане. Вот можно посмотреть, что есть вот такая вот история. С ним мы передвигаемся по парку Горького и ищем различные точки. Вот здесь вот по плану видно, что магический монумент, черное озеро, гремучая ива, три метлы, маховик времени. Так вот, дети, понятно, начитанные, точно насмотренные. А вы как, Ксения? Ну, я с ребенком своим, естественно, тоже смотрела и много читала. Так, ну, вы смотрите, мы сейчас на какой находимся стадии, пока вот мы готовились к прямому? Как вы далеко вы прошли? Мы прошли всего лишь одну стадию, мы нашли яйцо в гремучей иве, разгадали загадку. Нам было велено искать в кормушках еще остальные загадки. Вот мы, так. В общем-то, сейчас их ищем, две кормушки мы уже нашли, и сейчас двигаемся в сторону кормушек, пока буду допрашивать... Льва, ну давай, смотри, вот получается, подготовился, ты взял свой самокат, пойдем пока дальше. А в лесу он не сильно пригодился, да? Ну да. Но он везде проходный, у него пружина спереди. Так. Обычно, то есть ты по городу на нем? Угу. Ну смотри, ты как вот сильно увлечен Гарри Поттером, знаешь его судьбу, как у него все сложилось, все нет, книги... не очень. Не очень? А как же ты туда пришел на квест? Ты думал, что найдешь? Меня пригласили. Так, значит, нужна нам Вероника. Идем, Вероника, тоже к нам. Расскажи, пожалуйста, твой любимый герой из книги? Гермиона Грейнджер. А почему она? Ну, просто... Ты, наверное, считаешь, может быть, ты сама на нее похожа, такая же вот честная, она такая строгая дама. Да. Так, смотрите, сейчас мы как раз добрались до кормушки, вот, возможно, здесь, да, может быть? Это не то. Но мы не уверены. А как ты понимаешь, что это не тот? Потому что нам говорили, то, что на наших заданиях будет вот такая молния. Так, молния, да? Ну вот действительно говорили организаторы, что на местах, где нас ждут подсказки или какие-то части для того, чтобы перейти на следующий уровень, будет ждать нас такая молния, значок, известный как вот шрам у Гарри Поттера на лбу. Правильно я начиталась в Википедии? Так, тоже не тот, не то место. Да, идем туда дальше, куда еще можно? Я не знаю. Так, главное сейчас не теряться и не расстраиваться. Можем мы пройти чуть-чуть дальше. Сейчас вот... Можно сейчас просто оглянуться, посмотреть какие-то толпы. Вот видно, что в той стороне тоже ищут, видимо, кормушки, но мы там уже были. Мы тогда продолжим пока еще искать. Надеюсь, что придем не последними. Здесь такой вот интересный момент, что нет начала и нет конца у квеста. Дают примерно около часа. Затем все команды приходят обратно к зданию, к дому Орлова, и там уже подсчитают время, потраченное от начала до конца, и там уже выявят победителя. И говорят, что подарки достанутся всем, в том числе, кто был и первым, и кто и последним. Так что я тоже на что-то рассчитываю. Оль, тебе слово. Давай, Лиль, тоже вперед за призами за команду Лайфа. Это была моя коллега Лилия Шарафутдинова. Она сейчас проходит квест «Вселенная Гарри Поттера» в парке Горького в Москве.